Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня мы будем с вами разбирать песню, которую я абсолютно не знала до этого разбора. И вы мне просили разобрать эту песню в комментариях под разборами, в обсуждении канала и вообще везде, где только можно. Я решила загуглить, что это за песня, разобрать самой, выучить и показать, как же ее играть вам. Поэтому сегодня мы будем разбирать песню «Темно-оранжевый закат». Песня на самом деле супер простая, и я вам объясню ее буквально за 2 минуты. Ну чего же ждать? Поехали! Для начала давайте ее споем. Темно-оранжевый закат на фоне потресканных домов. Ты так хотела рассказать ему, насколько тяжело. Ты так хотела показать ему прокуренный балкон. У тебя слезы на глазах, у него целый горизонт. Не плачь, прошу, я тоже не вывожу. Держись, держу. Разбор на укулеле. И как ни странно, вся песня состоит, как всегда, из 4 аккордов. Самые базовые. Аккорд АМ. F, C и G. АМ, F, C, G. Эта последовательность аккордов играется на протяжении всей песни. АМ, F, C, G. Еще раз. АМ, F, C, G. Что касается первого куплета. И первый куплет играется при помощи арпеджио. А именно восходящий арпеджио от 4 к 1. Этот рисунок играется 2 раза на 1 аккорд. Теперь с аккордами. Теперь как же играем припев? Припев мы играем 1 удар. Вниз на каждый аккорд. Не плачь, прошу, я тоже не вывожу. Держись, держу. Далее у нас идет проигрыш. Проигрыш мы играем при помощи боя. Бой следующий. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Чуть быстрее. Еще раз. И этот бой мы уже начинаем играть с аккорда С. То есть мы закончили играть припев, остановились на аккорде С, сыграли вниз. И далее уже идет бой. То есть получается, мы сначала играем припев, 1 удар на каждый аккорд. Не плачь, прошу, я тоже не вывожу. Держись, держу. Сначала мы сыграли 1 удар на С, и далее на этот же аккорд играем бой. Далее у нас уже идет проигрыш с тем же самым боем. Далее у нас играется таким же образом 2-й куплет, припев и проигрыш. Вот и все. Но если тебе понравился разбор, то, конечно же, поставь лайк, подпишись на канал, расскажи об этом разборе своим друзьям или научи кого-то играть эту песню по моему видео. Также не забывай писать в комментариях, какую песню мне разобрать следующей. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся!